20 Биг Маков, 20 Джуниор Чикенов, 60 наггетсов и 6 порций картошки, пожалуйста. Будет через 11 минут. Да, сойдет. На пассажирское. Эй! Чё? Спасибо. Пожалуйста. Придурок. Он ручку забыл. Могу я получить 20 тинбургеров? 20 чаби-чикенов? Это все? Не-а. 7 больших порций луковых колец. Только средние остались, это нормально. Вы мне не оставили выбора. Могу я получить, пожалуйста, 20 беконаторов, 20 спайси-чикенов и 6 больших порций картошки? Один самый большой контейнер с подливкой. Вот такие. Можно еще 2? Еще 2? Да. Ничего смешного. Мы вернулись с корешами на кухню. Моя борода стала круче, чем когда бы то ни было, и с бухлом. Эй, Харли! Чё? Что у тебя с рукой? Я её сломал! Все эти чикенбургеры. Спайси чикены. Чаби чикены. Джуниор чикены. Вы всё это сейчас хотите? Прекрасный набор! Момент почёта. Почитайте Жербикона. Все куриные бургеры через мясорубку. Мы создаем смесь из лучших бургеров с курицей. Они вкусные поодиночке, но объединенные вместе, они создают идеальную куриную котлету. Бургер из куриных бургеров. Матерь Божья, вы это видели? Вы это видели? Как он всё-таки приглотил-то, ё-моё? Все эти замечательные луковые кольца, картошка, наггетсы, смешиваем. Больше колец, картошки и наггетсов, смешиваем. Сминаем их вместе. Огромный луково-колечный картофельный фритёр. Хватит ненавидеть. Да, 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 во имя добра. Куча теста. Используем ранее успешную тактику и набиваем это тесто с этими огромными бургерами. И поскольку мы не идиоты, в сфере интернет-видео добавляем ко всему беконную плетенку. Набиваем еще бургеров в тесто. Успели заценить нашу беконную плетенку? Если нет, то перемотайте и остановите видео. Серьезно? Пришло время! Ненавидь игрока! Ненавидь игру! И пока мы ждем, чтобы мускул в очках успел напиться, идите на godaddy.com и введите код BACON3, и тогда вы сможете купить домен за 7.99. Чертовски умно! Так что соберитесь и купите себе домен, и назовите его чертовскиумно.com или ячертовскиумно.com. А если хотите еще сделок, то заходите на epicmealtime.com в раздел Deals. Помоги нам помочь себе помочь нам, мужик. Огромная булочка для бургера из бургеров. Бургер из куриных бургеров. Добавим майонеза, потому что мы и жиреем. Больше бекона, чем наши подписчики-веганы могли представить. Сыр. Очевидно. И еще одна булочка для бургеров из бургеров. У нас тут огромный куриный сэндвич. Мы сделали его в мясорубке. Куплены на наши YouTube деньги. У нас есть и гарнир. Трехслойный фритер, покрытый подливкой из KFC. А также у нас есть пиво в Epic Mealtime кувшине. И мы сейчас все это будем жрать! В следующий раз мы едим крэк. Озвучил Кузьма, перевод подготовил Ленар Мухутинов. Подписывайтесь на канал и следите за новыми переводами Epic Mealtime и многого. Хотя кого я обманываю, выходит в основном вот это Кис Реакт, который никто не любит, кроме меня. Epic Mealtime. Да.